Добрый вечер, у нас на интервью голкипер футбольного клуба «Спортскул», один из героев сегодняшней встречи, Владислав Пирожков. И сейчас мы с ним пообщаемся и узнаем, каковы эмоции и каковы ощущения от сегодняшней игры, насколько легко вам далась эта победа. Да, эмоции, как обычно, уже привыкли играющие, так что не волнуемся особо. Игра прошла средней, как обычно, мало забиваем. Вроде возим, но ничего не получается. Вот. Пустили там плюшку, под конец еще начали садиться. Ну, как бы... Но если бы не вы, Владислав, то, наверное, мне кажется, сегодня 3 очка бы и не смогли добывать. Что будем делать с обороной с вашей? И как-то вы проводите анализ и разбор над ошибками, потому что слишком уж много моментов вы допускаете на свои ворота, и приходится голкипером работать. Усиливаемся. Вот сейчас парень в центре у нас играл, это новый игрок там к нам пришел. Проводим так селекцию, скажем, такую небольшую. Должны защитники еще к нам прийти. И, думаю, игру наладим наконец-то. Ну, надеемся, что мы это увидим. А обзоры матчей смотрите, потом где-то сохраняйте свои сейвы, не сейвы, потому что... Да, редко, но иногда смотрю. Да, ну вот после сегодняшней встречи, я думаю, что очень несколько хороших моментов у вас будет, которые можете добавить. Будем надеяться, посмотрим. Ладненько, спасибо, удачи в дальнейших играх, с победой. Спасибо.